Да. Так, ну что, тактику все знаю, даже не хочу объяснять, не впадал, короче. Ребята, киньте на воина в кулак, пожалуйста, а то крест кинули, а кулака нет. Кто там кулаки кинул? Для у тебя ж паладина вот красивый. Уменьшилось на один, но по идее все равно ничего не поменялось. Холипал дает ебучий МП5. Бля, я уже не... Хитровай, по-моему, у нас дает. Но да, тоже... Ганнибал каски, хитровая кулаки, ауди, ауди не помню, ауди, смотри сами, если есть аддон. Кому Хитровая... чего не хватает. Ни у кого нет. Давай. Варчик. А кто у нас? Ну, Вара, кто отключите на ХП. Наверное, Кво. Ну, ты ответственный за крик на ХП. Понял. Тепе. У нас два ДК, две истерии. Есть фласка у кого-нибудь на ХП, пожалуйста? Да, фласки есть. Заканчиваются, перепивайте фласки. Сейчас 40 секунд подожду, когда у всех кончится. Есть сопротивление. Поставь ГБ, я тебе дам фласку. Есть, да, на 1300, кому дать? Да, подлечу. Да, да, мне. Сейчас подлечу. Как найду дать? Тебя только. Как дать? Там голда? Я даю. А точно, да, 8 косарей, точно, я вспомнил. Кого, блядь? А, вот он ты. Вот он, я. По тебе палочку? Ну да, давай. Сколько она там? Дешевая она вроде. Отца, элементаля проебал. Беди, говорю. Не. Только не садись на банк. Ты это видел, да? Лучше бы не видел. Ул, блин, кабает зашел, бля. Ничего страшного. А, в воскресенье ты залетишь. Залетит. Он же, а, ну да. Так, что, все там фласки себе нашли, все. Сейчас... Он на воскресенье и подписался, но сегодня он не подписывался вообще. Бахайте фласочки, пейте фласочки, проверим. Так, выпили. Владюха. Адюха, Владюха. О! Фласочку. Я выпил. У меня БКшная висит. Да, все. Аддон врет. Запускаю. Милики, выбегите оттуда, блять, уберите свои тотемы, всю эту хуйню, просто ставьте пустую середину. Ждите в РДД зоне. Два кота, Ясен Дру и Энима. Давайте так, Анхоли, даешь Эниме. Я уже его запомнил. А, Энима. Подаван, Ясен Дру дашь истерию. Распредели танк, кто какую держит. Подаван, а можно я тебя потом убью, а голду попилим с тобой, на тебе контракт есть? Хорошо. Кошечка. Первый танкует, потом выйдут подаван огненную, у этого фолики стопнуть даже. А точно, три хвоста, да, забыл. Подаван с тобой охуенно, когда ты танк, потому что у тебя 4 Т4, это прям помогает райду очень. 4, 3. Так что дамаж ворлкаю. Ждем, никто не бежит, все стоим. Ебать. Все, заебись, пошли. Вставай, ёк, что ты лежишь? Уснул, что ли, блядь? Иржан, проснись. Так, не выбегаем, в одной метке не стоим. Снобаль полетел, готовимся. Заливаем в миризоне. Сыграли в снобаль. Добивайте, рано уводите. Анхоли, забирай. Снова бача. Спасибо. Воет, блядь. Он, походу, завис опять. Блядь, хули вы так долго с нобали сливаете? Давайте активнее сыграем. Жди тогда, пока закончится. Сука, говно ебаное, блядь. Согласен. А что случилось? Он завис опять. Да вылетел, блядь.
говорить по прожимкам. Что у нас по крестам? Один крест, понятно. Все, распределились. Огненную подала. Да, Геру, да. Геру. Наш айсбанк. Прожмитесь сами на защиту на комп-пилот. Вылезла сразу вылезла. Агтаунти ее. Анхоли разморозьте, если получится. Нормально. Бля, анхоли. Где вторая? Вторая там рядом. Осторожно, она сейчас блюет от лица, отворачивайтесь от нее. Ходите от числа. Отбежали. Горящие отбежали. Пизда. Чего они так быстро блевануло и много? Ладно, добейте и так. Странно. Так, ладно. Аркрайт, дай БР. Шесбро. Энима. Дай БР. Кво. Бля, он холит, кто-нибудь прохилит. А, встал сам. Кто там скинул БР у нас? Аркрайт, скинь БР, тогда жбуху. Энима, дай кво БР. Я дикий слот на начали бить. Мне сваргираю. Ну что, активно? Ладно, нормально. Один, и по войнам, пожалуйста. Хоть он из бэров, я сейчас посмотрел просто. Лужи кто-то стоит. Максимальный джек босс, он сейчас большой. Так, сейчас пассивный будет с плевками, поэтому осторожно. Не надо было резать, не надо было бэр. Готовимся. Нажал подаван? Да. Давал кресты, киньте кулаки по войну. Сколько у нас дролей подъезжает? А, берет и арка. Анимашка, когда босс врежется, я дам тебе метку. Гавар на тебя бежит. А. Ну, Бэт Локовский бежал, я прям четко видел, у кого демон. Зачем вы бежите? Там, вас там не было. Я видел, что ни одного лока не было в этом месте. И вы бежали под босса. Зачем? Я не понимаю. Что у вас за фишка такая? Понятно, когда не успели выбежать. Ну, блядь, не в наглую забежали. Ой.
Это был чернокнижник, я видел. Да, я затупил. У вас даже есть эти, блядь, порталы. Ебать, пока летел заморозил. Ебать, расстояние. Не прохилили далеко. Далеко что-то. Я Сендру. А, ты скинул. Ну, бля, не просил же скинуть. Разве? Ликан, ты же говорил. Она в драйве. Говорил я. Ну, он вроде скинул. Блять, ну. Сейчас-то в чем? ФК стоял. Нет, там. Там пал. В него метка повесилась, и он не. Он отошел в сторону, обратно встал. Короче, вот там же стоял. Да, я хуй знаю. Ну, нахуя нам тратить ВК-20? Почему? От хильки. Я в тебя хилку. Вот вообще ноль хила, я сейчас смотрю, прям ноль. В том и суть, я коснул цепнуху, смотрю, у меня просто прервано. Ты умер. Потому что ты не успел докастовать. Минус 400 здоровья. А вон, нормально, отхилили. Такой, бегу вправо. Ой. Ты же видишь, что он бежит. Слева тебя мигает, ну беги ты вправо, блядь. Блядь, ну я побежал влево, какая разница? Я говорю, вообще, рай, вообще никакой, блядь, согласен. В карте я говорю, он прям рядом со мной стоял. Я не, не смотрю, потому что за колонной был, вот, грубо говоря, вы были с двух сторон одна колонна. Не, ну вот слева от тебя мигает, рядом очень. И ты такой, рискну, побегу налево. Либо безопасно побегу направо. И ты бежишь налево. А я так 100 раз делал, и было все раз нормально. Ну вот 101. В ИВК так, к примеру, уже не проканает.
Так, все, зашел, блядь? Угу. Успокойся! Да пиздец, это из-за того, что я вылетел в вайп, ну не себя, сейчас нормально будет. Это по-любому анал драйвер нас вайпал, потому что Войд вылетел, надо их обоих кикнуть. Не драйвер, а дайвер, ебать. Ты не понимаешь суть этого. Не важно, блядь, что... Анальный драйвер. Кто заезжает, что погружается один хер в одну сторону. Вот из-за того, что он так глубоко нырял, блядь, он ловил лицом стоя. Вы раскидываете? Кому чего не хватает? Кресты не, не, Гавр, не поймал он КД. У нас КД нету. Крестобав еще нужно. Там кресты всем раскидали. У ДК нету крестов. Согласен. Блоки дайте, СС. Сила ру не решили. Это зона такая. Можно ДК кресты дать. Похуй. Ну все, ёпта, проебал. Что нахуй, запускай. Я никто. Мы должны были за одну фласку пройти, а сейчас мы хуй пройдем за одну фласку, будьте перепевать. Пент на меня повесь. А на кого на тебя? Череп дал. Я раньше был спокойным человеком, ебать, что вы со мной делаете? Это все потому, что у тебя такого рейда не было, теперь можно радоваться. Я не представляю, ВВК 25, мне вообще жопу порвало. Да потому что у тебя велосипед без сидушки был. Если я был спокойный, нихуя себе. Массаж простаты. Делай спокойным. Уйдите с мида, нахуй. Тотемов понаставили, бля. Раста на мид, это норма. Два. Один. Метнери, ты, блядь, не слышишь? Ты можешь, блядь, подождать, когда его в центр поставить? Че вы все, сука, такие нетерпеливые, блядь? Ладно бы еще дамажил. Другое дело. Да ёбаный огонь, блять. Пизду, блять. Серега, это на тебя духи огня гневаются. Каждый день. Постоянно, блять, в меня. Да ёба народ. Подымажем, блять. Кто сейчас полетит Снобальд? Снобальда под босса. Босса Снобальда на ШП. Снобальд на ШП. Ну, что слышу? Ну, Катя. Да я стою уже. Анхуали, забери! Одного такая забежала, потом выбежала. У нас уже второй Снобаль на танке, блядь. Играем быстрее в Снобаль, потому что как я бегаю, ну не так уж и быстро. Ой, бля, вагон. Еще раз таунт. Из огня выбеги, ну ебаный ты рот! На ком Снобаль? На Анхуали, блядь. Бейте быстрее. Еще один вылез, вообще нихуя не бьете Снобаль. Понимаете, у них там 700 тысяч, блядь, это отлетает за 4 секунды. То у босса как жизни отлетают, смотри. Да, зато у нас уже полбосса умерло, ебать. Снобаль полетел под боссом, забиваем его ногами. Катяша растерялась, пиздец, жалко, оставлю секунду. Хотя не, пов. Катюхи все тупят, я тебе говорю, у меня на работе тоже есть Катюха, она тоже постоянно тупит. Это у нас одноименный все. Хуйня, пиздешь. Есть такое имя женское. Катюха, вы не вместе работаете случайно? Настенька. Не, о, я, Настя, но, да, я учусь ее только. Она только учится тупить. Да, обучаюсь этому искусству. Рядовой Катюха. Давай. Кто не тупит? Давай, Екатерина. Забирай. Даже Анхоли тупит, блядь. Который въебки, что он не тупит. А что ты полностью не Анхоли не Катюха, ему можно. Ходит тоже блондинка. Не, я не блондинка, не надо тут. Не настолько. Рыжая, да? Рыжая, да? Нет. Так же Данчик. Стали. Если чердак ржавый, то в подвале всегда мокро. Да ты мне ебашь на подавана. 4, 3, 2, 1. Дакала ебашь. Эту потом мором распространяете, Геру. Простите, я что-то не дал. Затупил. У меня так бывшая была. Подаван, готовься, я скажу да. Подаван, нажми. Дал. Хуйня же. Ну, откуда я знал, что вторых улетит?
Но я дал. Да нет, хорошо. Лишний не будет. Разморозь. Да, вот мы втроем стоим в кучке. Они в РДД стоят. О, заебись, все, больше нет. Каст 3 хила. Все, добиваю. Надо убить, пока брызги не будет. Сейчас лужи будут из-под нее, быстро убейте. Одна вылезет все равно. Пошел, он фоли не забывает. Фоли переведи, я сейчас лужу. Да. Давайте, сейчас лужа. Все, поехали. Подождите плевки, пока милики разбегите. Все, бегите локал, ганнибал, кавер. Гавр. Монки в десятке не ледковал плевки, сука. Гавар, ты сильно убежал, да тебя хилом не достать. Вернись так, чтобы просто нас не задевать. У тебя прохилим. Ага. Через 5 минут, хорошо? Возвращайся в бой. Убьем ты что? Да, он уже на реве толком не нужен. Согласен. Так, она сейчас активная, лужа под ней появляется. Я знаю, я знаю. Я Америкам говорю. Я отведу. Которые в боссе стоят. Так делать не нужно. Работа пошла, перед лицом ушли. Ой. Упал от Джолса. Аркрайт упал. Аниме, а сейчас... Отводи, отводи, это хуйня. Они сейчас... Когда спрячется аниме, дашь бы, либо если добьем, ну вряд ли добьем. Вот, а пошла. Заебата пошла. Сразу видно, люди в армии не служили. Приказы не умеют исполнять. Аниме кинь бы. Анколи забирай подавана в сторону от рейда. Анколи забирай подавана. В сторону от рейда? В сторону от рейда. Потанчик подавана. Лейк опасен для него. Пожалуйста, пожалуйста. Бля. Забери подавана у Кати. Это уже сильно. Нет, такого не надо. Такого я сам не понимаю. Ой, хорошо, на меня. Ебать, не на меня сразу. Заебись. Сначала танкуешь с подаваном, а то потом неизвестно что. Ты мне напоминаешь другую эту... Войт, на тебя... Положение, только не на колготке, да? Можешь ебануть метку на меня с тотелом, чтобы мы друг друга видели сразу? Бля, ну ебаный, ну, квор! Застрял, застрял. Застревай. Да блин, вы... Большая, мягкая и жирная корова. Аркрай, дай БР-ку. Почему на миникарте не показывала, куда бежит? Все, поэтому да, уберите, кто в себе не уверен. Она на миникарте не показывает, ты должен... Ну нахуй его миникорт убьёт! Нахуй. Бля, я до всех не достаю. Там че хилы делают? С одной стороны только хилы стоят. Отдыхают. Я стоял один, судя по всему. Вот, блять. Хожу во сне, на тебя бежит. Я прохилил до тех, череп, кто достал. Череп висит, но я хожу, смотрите. Я вижу ту живную панду к чертям. Блять, нихуя! Прожимаемся, я два босса не прожимал. Берета скинешь, Барфкин? Не знаю, какой номер, наверное, не прохилили. Да, 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 не прохилили. Че, берете, дайте иннер нахуй, у него маны нет, нихуя. Это же хил, блядь. Кать, дай гимн на ману. А, да, на тотем поставит, на держи. Так у него иннер есть не в КД, у Берета. Ну хули он без маны, Берета. Спроси у него. Это его проблема. Он просчитал. Каждый сам за себя. Согласна. Бля, да пиздец, сколько надо прохилить? Одна хилка влетела, сколько надо прохилить, ебать? Одна? Я две успел кинуть. Кент на тебя бежит. Его по КПС, смотрите, блять. Мочи его. Просто единственное, кто тут хилит, я сейчас... Есть. Нажми. Дала. Дала. Этому дала. Миби, дай БР лопу, пожалуйста. Извините, что обращаюсь к вам. Могли бы скинуть кулак на воина. Бля, я заморожен, и все пизда нахуй. Да, мы сейчас ляжем с тобой. С этих кулаков. Не, меня прохилили. Видимо, тебя только и решили хилить. Саваном ляжешь попозже. А успел. Блять, не успел. Пикан, кинешь, берете Б. О, снег. Адам драйвер, иди направо. Направо, направо беги, сука! Ебать! Ху, блять. Билета, вставай. Кстати, у нас столько БРов, если бы их не было, нам вообще ошибки не прощали. Что мы на нубе будем делать, если мы тут так тупим, ребят? Это вообще пиздец.
Опять, наверное, с первого пула завалим. Минусовать хилы, от ролла. Очень слабо. Хилы прям супер слабо. Да, вообще хилов не ощущается. Согласна, только мертвый тотем. Да хватит, хватит, блядь. Соло тут себя просили. Да-да-да. 4Т4, блядь, тащит. А какой 4Т4? Да, 4000, я выдал. Ебать, там бонусы жирные у этого резкого. Да на ренже таком не работает, цепнухи, блядь. Я хилю только там четверых, блядь, и все, больше не достаю. Не ебёт нахуй. Когда вас раскидывает, хули толк от этого. Блядь, ищит нахуй, чего стоит. Да, блядь, доигрывает, да? Саня, поверь моему слову, блядь. Короче, сферу. Очень хочу сферу. Твоему шаманскому. У меня аддон... Аддон наебнулся. Ну, бля, глазка, вон сотку. Запускают Жараксуса? Подожди. Ты сцепи, что ли? Там две сотки. Две? Войт вижу, да, и Войт хитровая. И Войт хитровая. Сейчас я аддон. Анхоли, Алик. Я пока рело пропишу. Мне вообще в чат не отправилось, потому что это сообщение. Так, хитровая вы. А чё, может быть, Анхоли спекнется? В ДД. Че здесь конечно, Джараксус спекнется. Можно и в соло? Конечно, он спекнется. Сейчас хитровая найду. Что за хуйня? Причины вы должны подать. А, у меня мут кинулся за что, непонятно. Что в личку хуярил, наверное, когда это. Ну да. У меня тут тоже, я не знаю, почему он так хуярит. Давай разводим уже. Потому что мы бафы не раздаем после их поднимания. Mm. А, ну может быть, да. Он три раза мне про квот, один раз про Аркрайта написал, что нету стамины. У тебя так же, да? Ну, у меня нет, я отключил эту хуйню. На. Ну, ты в смысле можешь сейчас писать? Да. Ну, все, разраливаем. Бля, только у меня... Почему аддон наебнулся? Ты ничего не писал? Нет, я... так мне все равно другой кинул. Должен так, появиться. Правильно написал, по-английски ролл писать. А, тогда верно. Че тут, КВО 96, правильно? Пароль тебе кому нужно. КВО я вижу. Ну все, давай КВО. Что там, спина при получении. О, нормально. Починился. Ну че, ткань, с духом. Не, ну Вой, ты, конечно, загнул. Хуй, надо как-то выживать, типа. Луминара. Ну что, берета тоже кидал. Кинжал с меткостью, с ПДшной. Берета кожа. Да. Друид относит прежде. Подожди, Вой, ты хил в первую очередь, а тут с меткостью. Не торопись. Давай, я буду не промахиваться, тогда заебись будет. Буду метко хилить. Да. Надо? Катя. Точечно. Давай. Да, давай. Надо, ты просто тормозишь. Давай. Так. Я ж нажала. Бегает. Можно похудеть, да? Не, сейчас уже начнем. Плащик с духом. Пароль тебе плащ с духом. Ой, бля. Это ты пиздец, ты пиздишь. Че, в прошлый раз ничего не сролила, Катя? Да, в прошлый раз вообще ничего не сролила. Ладно, чё, давай. Тут уже хер че скажу. Запускаю. Поехали. Скоро Женя так догонит по гиру. Уже возьми, подбираешь косты и... Когда ты запустил, Анхоли уже не вернулся. Где Анхоли? Он же написал 5 минут срочно на ПК, он ушел. Ничего страшного, он все равно ДДшник. Он в танке сейчас. Да похуй, пусть стоит в сторонке. Ну мы будем его дальше ждать, чем пульнем, мне кажется. Короче, хожу во сне, позбиваешь косты, подиспалишь. Магов нету, поэтому Валера поможешь, подиспалит тоже. Конечно, конечно. И. Ну, про метки я скажу. Големов приоритетно заливаем. Телок только кливаем, не бьем. А что ты свой щиток, может, на милика дашь какого-то, чтобы постоянно был отхил? А он при уроне там. А давай. А я на подавание. Слышал, Валера? На. Он же при уроне только отхиливает, когда по танку бьет. Там нет, гнев... он постоянно. Там АОЕшная вот эта Т4 тема работает постоянно. Да ты чё, ебать, вообще пиздец. Ну она там хилит по косарю. Чё-то по косарю, блядь. Но хилит же. Где нахуй? А проки, когда у тебя прокут не считается? Повешал, блядь.
Я на Ясендру повесил. На Ликана. Катюх, ну это, бахни всё. Что ли? Ну да, спасибо. Гендаль, вжахни. Знаешь, просто очень часто, даже не раз в секунду, а еще чаще. Не, раз в секунду, подожди, да. Я сейчас скажу. Да, да, вижу, вижу. Раз в две секунды пишется. Не, на ёпта, чаще, точно. Что это, блядь, было? Он уменьшился. На него просто кое-кто кинул детскую приправу. Манки, манки. Манки, ты охуел вообще. Чертила. Нихуя себе, блядь. Бабца, бабца, бабца твоя. Энима прохит. Огонь сейчас будет. Огонь на окла. Стаки, стаки. Стаки быстрее, отлично. Дуб не прохильте. Тупо, блядь, не успеваю похилить. Кончу. Огонь на холле. Ой, бля. Погнали нахуй. Батин там в огне простоит сейчас все это время. Ничего страшного. Хильте его всю дорогу, поднимайте, держите. Когда-нибудь кончится. Стаки, 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 стаки. Они не успели. Ничего. Инферналов поехали, Геру, давай. Станы дайте голему. Кать, нажми хил. Есть? Сейчас. 15 секунд. Ладно. Ауди прохиливайте. Все, добиваем уже. Там один друль, у которого не в КД рез. Кинь. Не знаю, кто там. Дачкин. Бэр Войда. Сейчас встану. Давай, Гим. Есть? Все, понял. Давай Гим на маму. Вроде все даю. Стаки. Наш буха прокиль. О, Вайт побежал. Тотем. Блять. И блять. Ну кто там сбил его, я тут вот под эти. Толка. Прохильте, дай его. Телка, телка, телка на сове. Я ее напряг просто. Я понимаю. Чтобы булочки сжались. Валера, огонь. Кать, ты не сливал на хил? Стайки, стайки. Нет. Да все хорошо. Тебе повезло. Ладуху прохить. Сейчас доберусь до него. У тебя тотем есть? Да, есть. Под босса ставлю в центр. Скоро элементарий, по инфернал. Не, вообще мана не заканчивается. Хуё вообще разолью. Нормально. Давай. Да, почему? Пытаемся. Поехали, Фернал. Катя, нажми хилку. Даю хилку. Не зыбко дал. Хорошо. Друиды, скиньте спокойствие. Друиды, скиньте все. Уже во сне побежал. Ой, блядь, нифига себе. Вот тут... Кого-то дублируется, блядь, в этом, ДБМ. Я думал, это не меня, блядь. Меня, конечно же. Все, поехали, боссы. Стаки, стаки. О, прошу прощения, я увлекся хилом. Нет. Побежал Евгений. Да нафиг надо, да? Правильно, на мужика. Закрою на Луминару прохильте. Да уже. Не боните инер, кто-то друиды поводит. Да уже убили бот. Только 20% уже убили. Ага.
О, да. Левая рука для этой, для пристанавшего, да? О, ну Холли вернулся. Ну, Холли, тебе пиздец как не повезло, мы тебя, наверное, с минуты держали в этом огне по хилу. Да ладно. Я же написал, у меня... Рольте, да я понимаю, но что 24 человека будешь ждать? А что именно? Че ролим, че ролим? Сейчас паролим, тихо, тихо, я... Го-го-го. Срочно надо вот идти. Сейчас я косу ролю. Что вообще происходит? Ну, вау, да. Он Холли! Хуя себе, да, блядь. Пошел и спиздил, там, заебись, да? Я не воду, тварь. Это я не вам. Почему? Честно? Там таблетку съел какую-то, что ли? Пожалуйста, храбрости. Я за ней бегал. Не, честно было, нечестно было, что на первого босса пришли, он такой, я съебался. Ох, близко было, близко было. Ты там, наверное, обряд проводил какой-то. Тань с духом, поехали. Да, приоритет на тканнике. Конечно же. Да, мы одеваем приста, я понял. Ты ж только что грудак срулил с прошлого босса. Это штаны. Это штаны, это не грудак. Бля, сейчас ладный пояс с мастерством. Сейчас реально тебя догоню, Жень. Ауди пока что. Пока что Ауди. Нет, только не Ауди. Лучше Тойота, лучше пускай будет Тойота. Не давайте Ауди. Ролят те, кто, блядь, дамажит. Оффхенд с меткостью. 39-я дамажит, что-то пиздец. Ой, ну блядь, ну неужели никто больше не сролит? Чё, всё, Кент, не надо? А, у тебя посох, чё я въебываюсь? Да, пока не надо, нету шмота. Запускайте, отходим. Я в танках, ДД? А сейчас посмотрим по ситуации. Да, в танк. Да, на всех приста бафы есть. На войде нет. Ну так и быть. Рыбу ешь? Рыбу поесть. Подпивасика. Холли Павловна, у тебя танки будут. Сегодня не день, Кво. Ну, Кво, ну тебе штоки надали, так что твой день. Так это только благодаря тебе. Ну вот. Четвертый токен себе заберешь за значки и все. А мыли, короче, да? Наскулил, наскулил. Вид, ты сам это сказал. Раз, два, три. Воин, такая со смертью. Ну, Холли. Тогда твой этот рога. Рогу держи, около креста. Самый нелюбимый класс у меня. Блядь, тебе легче всего ее контролить. Около креста держать и все, блядь. Вот. ДКшника держи, это подаван. Вара по контролю. Вот. Влетаем в хунта. А чё, я двоих вывезу? А что, сможешь вытяни, но вряд ли. Только контроля нет, ты просто проебешь и одного, и второго. Да, ну, лучше ладно. Наверняка держи одного. Чё, яды будем мазать? Да не обязательно. Хватает. Так, что я хотел еще? Где маг? Вон он, блядь, ебаный маг. А у кого мортал есть? У ШП, что ли? Контроль. Ну да. Ну, там не такой, там 20%. Вы о чем? Так, ладно, по контролю. Хожу во сне. Тебе нужно будет кидать шаману жабку и держать его в запомненной цели, забивать ему косты тоже. Вот. Аркрайт, можешь поконтролить Вара, сам в рейд прибежит, покидать ему корни и ветерки. Да, хожу во сне, ты слышал, что кого тебе надо? Слышал. Все, как всегда. Ну, поконтроль друида, что покидаешь ему ферок, и все, в принципе, больше ничего не надо. Кент, поферяй паладина, полипала. Что там у нас еще? Матч-то. Поферяй мага, пока мы в него не играем. Монки, покидай жабку и позбивай косты жрецу. Ок. Что там осталось? В принципе, все.
Да? Валера, основной целью покидаешь жабку, когда я притянут? Понял. И Войд, наверное, скидывает свою жабку... Бара. В мага. И, а, ну, мага или паладина. Сам выберет. Наверное, пала будет профитнее. Угу. Пока да, тоже держи. Все, в принципе, по притяжкам. Я первый тяну, потом жбу. У нас тут двое, хватит, в принципе. И все. Что мы готовность проверяем. Это, да, да. А можешь поставить метку на пау, то найти не могу. Погоди. А, все, все. Между собой. Еще один нюанс, Женя, у нас нет среза хила. Оба роги, мажьте яд. Шаманы, ставьте тотемы. Чего мазать? Срез хила, яд. Вешайте. Нейтрализующий яд. Нейтрализующий. Не надо. Поделись с дубнем. Это кто? Ну, рок еще один. А сколько он мне голды может дать? 8 косарей. Звезду дал на него. Дайте ему один этот яд сразу намажет на правую руку и все. А где ты есть? Голда я есть? Звезду дал. Вот он стоит. У нас в рейде только за 8 косарей продается. Короче, он будет мне должен 7955. Видел кого гавар на его пухе? Сплакни. Так, что, все готовы? Плачь, детка, я не люблю. Даю время на пол, тащите. Еще раз говорю, я притягиваю, потом ты жду. 3, 2. Еще раз жгу. Ну никто не подбегайте, нахуя вы побежали? О, меня немоту дали. Подаван, блядь, разбился. Минус. О, один танк. Я понял. Миби, дай БР дайвера. Ну с диспельте сон, блядь. Войда отпиздили. Давай. Нет, я понял. Энима скинешь? Войда. Да, кто скинул? Миби скинул. Анима скинь, сходи, но дайвер. Ах, тебе не надо в пизду. Не бегай, надо. Монки. Тебя играют. Нима там. Масферы, Кать, скидывай, не забывай. Да. Он Холли тоже отпиздили. Локи тоже есть. Ну хуёво, чё. Анима, по ДКшника по контролю, корни и... Нету масферы. Разваливайтесь, вы вообще бегать не умеете. Меня притянул там этот ДК. Понятно, что он тебя притянул. У тебя фир. У тебя... Так они сожрали сразу. Меня он в это, в свою пачку притянул и съели. Ну кайтите, да. Кайтите. Почему сова стоит, ее хуярят? Масферы скидывают? А, может быть, масферы. Что там на рогу сядь, я синдром. Контроль. А, ну тебе сейчас. Блять, ну это пизда. Ну что за хуйня, не понимаю. Да это из-за того, что там сдох, блядь, все прибежали сюда, блядь. Я добью его. Че, падаем? Падаешь, блин, конечно, вот. Конечно, пол рейда умерло, падаем. Мы будем два раза платить. Вот это вот. Рейд Deadly Boss мод, блять, хуярит, в личку опенять не могу. Ты какой-то новый скачал? Я ничего не менял, мне люди начинают хуярить в личку. А ты им отвечаешь? Ну, тебя типа Адон отвечает, что ты бой с боссом у тебя? У меня эти люди мне пишут, что они дерутся с боссом. Потому что я им отправляю, наверное, пробав какую-то хуйню. Убери галочку там. Когда я скидывал эту, блядь, истерию, мне в ответ писало, типа, Энима говорит вам спасибо. Они между собой там, походу, общаются, Адоны. Не захватывают нас. Чисто ИИ такой. Нахуя дверь? Вернее, вставай. 3. Тебя никто резать не будет, вставай, блин. Конечно. Я сейчас пристабаф раздам и не дам тебе. Это Скайнет. Восстание. Смотри, сработало. Это шантаж, когда делал. Смотри, сработал. Я, говорит, всем раздам, а тебе не дам. Сука. Правильно делает. Бля, Женя, у нас паладин хилить не может. Забей.
Ничего, поэтому мы и упали. Паладин, Холли, Пал, на тебе я танки. Вам еще раз объясняю. С пула на меня пожал чел, просто меня ваншотнул. Блядь. Ну, он не может на тебя побежать, если бы ты стоял на рендже 40, блядь. Стоять, это надо далеко, блядь, в другой конце комнаты. Кидаешь на меня частицу и хилишься через себя. Все легко, блядь, ты подошел близко, он в тебя чаржнулся, воин, блядь. Я хотел грипнуть, но я упал, потому что в меня не было хила. Да. Все? Ладно, все, заебали. Вообще лучше вешать частицу на Анхоле, потому что он держит рогу, тот срезает хил. Как он их хилить будет? Так он одного и должен вообще хилить. Да. Второй чисто так на побегушках рядом бегает. Анхоле только что опустили. Что там, рога? Какая разница, кто из них. Задача, чтобы милики не убежали, хоть оба на побегушках. Ну Анхоле опять на роге. Заплакал один Анхоле. Подаван на ДК, ну, Вара у нас поконтролит Миби. Миби, давай ты поконтролишь Вара. Вот. Заезжаем. Блядь, ну в ханта надо заезжать, ну ебанский. Заезжаем в ханта, потом мага. Где лок? Потом в лока. Контроли, еще раз. Хожу во сне, шамана контролишь, убиваешь, костыжа покидаешь. Валера, на тебе жрец, жабку кидаешь, косты сбиваешь. Войд, твой маг, пока мы его не бьем, косты сбиваешь, жабку. И Монки, твой чернокнижник. Локал, твой друль. Что там осталось, блядь? Там нихуя не осталось. Ну и все, в принципе. Так, один АФК, заебись. Давайте проверим АФК остальных. Не стоя перепейте, а у вас там меньше 10 минут, ничего страшного. Там 2 минуты у Кенда. Кенд, ну бахни, это сильно мало. Все закончится в бою. И поедем. Сегодня как-то долго, обычно на Анубе заканчивал здесь настой. Так. Ну потому что вайп на том, где вайпов. Время на отчет и поехали. Так же я притягиваю. Никто не бежит, блядь, к цели. Никто в кучу, в центр не бежит. Все стоят. К стеночке встали. Стеночка здесь. Блядь, тянись, сука, тянись. Все, поехали. Отлично, верно. Вот пал, красавчик. Еще тихий. Как только нас откадашивается, мы уходим от тебя. Алла, отпиздили опять. Массу не бейте. Да, вот ты мне показал, где стоять, и я ни одного из вас не доставал. Я подошел, и сразу же спулились. Ну, тебя да. Надо хилить, себя. Себя! Ты да через себя! Да что не орите, блядь! Все, тихо. Не откадашься сейчас от тьмы? Потом в крест приехали. Да, танки опять помирали. Энима по контролю, тогда Вара. Аркрайт по контролю робу. Заезжаем в крест. Где в крест? Я не вижу крест. Где крест? А сферы, Кать, поскидываешь? Подожди, я внимательно в оглушение. Ух, есть если притяжка, скидывай. Ну, вытягивай туда дальше. Все, понял, сейчас я вытяну. Нет, там асфера. Контролите солнце, бегайте, прожимки отдавайте, на защиту тоже. Дубни в тебя играют, бегай. Ваниш нажми. Есть притяжка? Да. Сейчас оттяну. Ну все, попадали все. Падайте. Еще не все, еще нормально. Да, все, мы уже не пройдем. А нахуя вы сдаете в них корни? Я не могу притянуть нормально. Корни сдают в велик. Сейчас тут не было. Сейчас как раз таки на маге были корни. Я не смог притянуть. Дайте, не ждите. Все равно мы не сдамажим. Не перебьем хер.
Там есть, может, протопал или протовар какой-то, который щит зеленый оденет, блядь, и на него все милики будут сразу держаться. Так дело не в том, что они не держатся, дело в том, что умирают танки. Ну да. Копал умирает. Кто еще не умер? Да все, разобрались, нормально все будет. Вадя, поставишь мамонта? Да. Это мы еще первой пачкой идем. Че у нас будет в воскресенье? Хуяно вообще. Новый контент скоро выйдет, а мы еще старый не можем запылесосить. Видимо, воскресенье надо покупать. Стой, тоже. Стой, 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 мамонт. Че ты локал говоришь? Да-да, сейчас выйду, поставлю. Я говорю, у нас в воскресенье, видимо, будет пара нормальных хилов, которые знают, как хилить. Здравствуйте, я. Здравствуйте, гангрена. Спасибо, конечно, ребят. Походу не будет. Да я не про тебя, Валера. А, Валера, ты в этом статике сейчас, поэтому мы про тебя ничего не говорим. Я вообще не в статиках. Я хуятик. Я про то, что... В хатике. Да, да. Похуй, идите. Хатика. Хуятика. В жопу вас. Бафайтесь. Чего еще не хватает? Я буквально отойду на минутку, ты там пока назначай меня последним просто.